Мы пришли, да, мы пришли в бар наш, да, который, что здесь? Водичка, да? Короче, прикол, 12 ровно, да? Да. И все, и можно пепси, но деньги, деньги не пунктуальные, да? Да. Я просила пепси минуту назад, столько разговоров было на английском, ты все записала, да? Как называется бар этот? Просто сюда пришли, вот и начали ходить. Снэйк? Что это надо заказать? Что это? Это прям едок такой. Мы на стройке разбаловали, ты видишь? Тут это пицца какая-то. А пицца с той же колбасой вонючей. Ну горячий. Попробуй. Горячий. Горячий? Короче, поменяли парни деньги, обидно, чаевых мы давали, попросила поменять. Доллары, доллары. Прикольно. Валера говорит, вообще типа ценятся и по доллару, и два. Ценятся ж? Я вообще не понимаю, фальшивые они, или не фальшивые. Никогда не было долларов, были гривны, наши украинские гривны. Но иногда в роликах я говорю, рубли, не обижайтесь на меня. Попробуй, как она вкусная, попробуй. Знаешь, какая вкусная? Откуси. Комплимент сделали сразу, видите? Помогла парню. Скажи, это тебе дыня. Вот это дыня. Блин. Сладко. Вот это бабушке такую привезти. Вот это дыня, да? Да, бабуля, блин. Ты что? Блин, бабуля, как тебе привезти? Как тебе сюда привезти, бабуля? Или в 92 уже паспорта, наверное, не делает. Капец, что я только что увидела. Представляете, мыши или крыса, блин, по стенкам ползала. Офигеть, скалолазка. Я Валерия, смотри, смотри, а Валерия вообще первый. Новинка сегодня, рыба. Все, кости остались. А, больше нам нет, да? Да. Все, спасибо. На двоих, ту. Husband is a wife. Очередь одна. Все равно не пойму. Не пойму, да? Что за это? Что-то нам другая смотрит. Ну, не надо. Нет? Да, нет. Какая-то розовая. Да, не красная, белая. Еще давай. Все, thanks. На двоих, еще две. Еще две, туду, для хазбанда. Thanks. Какие-то котлеты. Рыба. Давай, сколько. Thanks. Так, что тут дают? Не, спасибо. Все, я вот смотрите, как хорошо пригреблась. Что? Тебе? Я заказала. Еда? Да, с собой. Я вчера оформила заявку. Еда тебе и мне. Дорогу, так что все. Вот, goodbye. Goodbye. Куда поплыли? Да. Куда поплыли? Так что я тут взяла еды какой-то. Мы уже стоим здесь. Блин, часа два, наверное, да? Сейчас мы спросим, откуда? Сколько мы же достоим, Аня? Аня, сколько мы достоим? Я говорю, часа два уже, а ты говоришь полчаса. А сколько мы? Что, серьезно полчаса? Ну, вот так выглядит очередь. Сейчас будет регистрация. Уже на посадку регистрация. Валерка спит. Вот, сейчас все, как будто без них улетят. Не улетят. Не, конечно, улетят, потом за свои деньги. Но сам факт. До свидания, Турция. Наш самолет.